вылизывая Кадырова, оказались в той ситуации, когда из поколения в поколение вы будете вылизывать их. Вы лижете Кадырову, ваши дети будут лизать его детям, ваши внуки будут лизать его внукам, пока вот этот режим, который у нас сегодня там установился, пока он будет существовать. Будет существовать ваше униженное положение. Брат Тумсо, как ты смотришь на лезгинку? С одной стороны, танцы – это харам. С другой, лезгинка – исключительно праздничный танец, нисколько не грязный и является всего лишь культурным наследием. Я к этому отношусь как к нечистоте, как к чему-то, что ты очень брезгуешь. Это очень отвратительная вещь. К сожалению, в каждом народе бывает что-то из его нравов и обычаев, что очень... очень ценно, очень нечто такое высокое, понимаете, высоконравное. И бывает, обязательно присутствует что-то очень низкое и прям вонючее. И вот лезгинка – это из вот этой серии, когда что-то очень, очень вонючее, что нужно брезговать. Я сейчас говорю именно о вот этом формате, когда вот этот лоузер, да, когда собираются мужчины и женщины, идет смешивание полов, и когда вот эти вот танцы, напоминающие некие брачные игры животных, когда индюки собираются для спаривания, и вот это вот, значит, брачная игра этих, да, индюков или иных каких-нибудь птиц. Это очень отвратительно. Отвратительно представить свою дочь, сестру, жену, мать, танцующие с каким-то вот, с каким-нибудь таким типом, который всем своим видом показывает, как он, значит, прется с тебя. Это очень отвратительные вещи, поэтому к этому отношение крайне негативное. Что касается самого явления, там, лезгинки, да, когда мужчина танцует, ну, нравится ему так танцевать у себя дома, да, пожалуйста, пускай танцует там перед женой своей, перед семьей, я не против, но вот в таком формате, когда люди собираются где-нибудь там, я не знаю, на площадях или у себя во дворах, устраивают то, что называется лоузером, это, по сути, узаконивание прелюбодеяния, узаконивание того, что ведет к прелюбодеянию. Это отвратительная вещь. Да упасет Всевышний Аллах. Я не представляю ни одного члена своей семьи, там, свою дочь, чтобы она пошла на лоузер, и там кто-то ее, значит, выбирал, выводил в круг, танцевал, показывая всем своим видом, как он, значит, желает что-то иметь с ней, какую-то там близость. И это просто отвратительные вещи. Я прибегаю к Аллаху за защитой от подобного. Лезгинка – это больше боевой танец, чем предбрачные игры, говорит. Да, прям чувствуются бои, когда где-нибудь во дворах твоего села собираются парни с девушками, все такие наряженные, и начинают танцевать лезгинку, прям чувствуется бой, что они готовятся после этой лезгинки пойти в бой, чтобы освободить нашу республику от оккупации. Если лезгинка без девушек, ну если без девушек, я говорю, у себя дома, пусть танцует, никаких проблем. Я бы не хотел вот это лицезреть, мне это не нужно. У нас есть традиции, которые пришли из ислама и которые прекрасны. Остального надо остерегаться. Ва алейкум ассалям ва рахматуллах. Баракаллаху фейк, брат. Раз мы заговорили о чеченских обычаях, традициях, то нельзя не упомянуть, что Кадыров – это тот человек, который вот все те обычаи, и там, нравы, и традиции народа, которые наши отцы, наши деды не смогли пронести через века и передать их нам, Кадыров эти обычаи и традиции, он как бы сейчас, ну так скажем, возрождает у нас в республике. И такой возрожденной традицией было, например, кормление своей жены с ложечки. И когда жена кормила его обратно с ложечки. Это, я так понимаю, ну, был один из таких, видимо, обычаев, который Кадыров посчитал, что он утерян где-то в веках, в этих войнах там.
возможно, достойные сыны нашего народа, такие как там Шейх Мансур, Абрек Зелимхан, Хасуха, другие там Байсангур, не смогли эти обычаи передать, и вот он их возродил. Это было кормление с ложечки, это было признание в любви своей жене на весь этот мир, всякое сюсюканье там с женой и прочие вещи. Но на днях Кадыров возродил еще один обычай, который, по всей видимости, был утерян. Это поздравление всей республикой с достижением 15-летнего возраста. И в данном случае поздравляли сына Рамзана Кадырова, Ахмата, который был назван в честь Ахмата Кадырова. Это старший сын Рамзана Кадырова. И вот вы видите, как происходило празднование его 15-летия. Собрались в государственном зале торжеств, именно государственном, я подчеркиваю, собрались все чиновники, российские чиновники кадыровского разлива. Тут, как вы видите, присутствуют и депутаты Государственной Думы, и председатель парламента кадыровского, и всякие министры типа главы МВД, там, всевозможных кадыровских министерств. Вы видите здесь и муфтия кадыровской Чечни. Вы видите всевозможных родственников Рамзана Кадырова, как, например, вот это вот его племянники, племянницы, мать Кадырова, жена Кадырова. В общем, все присутствуют на этом мероприятии, и всех их собрало здесь празднование 15-летия сына Рамзана Кадырова. Это то, чего не было никогда до этого, до сегодняшнего дня. Никогда не было. Никогда чеченское общество, тем более представители власти, не собирались для празднования, например, дня рождения 15-летия сына Джохара Дудаева, или Аслана Масхадова, или Зелимхана Яндарбиева. Если мы посмотрим чуть дальше, мы там тоже не найдем никаких подобных примеров, как, например, чтобы праздновали 15-летие Байсангура Биноевского, ее сына Байсангура Биноевского, или 15-летие сына Шейха Мансура, или каких-нибудь других чеченских героев, там Зелимхана, Абрека Зелимхана и прочих. Мы нигде этого не найдем. Никто из нас не вспомнит в своей семье ничего подобного, чтобы вам исполнилось 15 лет, и это было праздником хотя бы вашего там одного села. А здесь исполнение 15 лет сына, значит, Рамзана Кадырова, это празднуется на государственном уровне, чтобы вы понимали масштаб. Присутствуют все чиновники, и все говорят о том, какое это великое событие, что этому пацану исполнилось 15 лет. Вроде больше ничего не произошло, он не защитил какую-нибудь докторскую, там, кандидатскую, он не выиграл какой-нибудь спортивный конкурс, иной какой-нибудь конкурс, или он не спас людей где-то горящих, тонущих. Он не сделал ничего, он просто жил 15 лет, и вот как только исполнилось 15 лет его жизни, почему-то Кадыров решил, что это праздник республиканского масштаба. И вот все эти люди, присутствующие там, они вынуждены были придумывать какие-то слова поздравления, дарить что-то, обосновывать, почему это событие действительно великое, и почему, значит, за этим должна наблюдать вся республика. Это, чтобы вы понимали, откуда, значит, Кадыров берет подобное. Он берет это из вот этих турецких сериалов, которые он смотрит, поклонником которых он является. Он смотрит эти сериалы и воплощает все это в жизнь, все то, что он там увидел. Благо, у него возможность такая имеется, деньги есть, власть неограниченная в масштабах республики есть, почему бы и не сделать. И вот он уже представляет этих своих наследников, он их представляет некими шахзаде, и их дни рождения, там, 15-летия, типа уже человек становится мужчиной, это все должны праздновать все. А вся вот эта вот его свита, она должна поздравлять и разделять эту радость, эти кадыровские ценности.
В общем, если убрать из всего этого иронию, то, я думаю, вы понимаете, да, насколько это абсурдно, то, что там происходит сейчас. Но есть во всем этом, несмотря на печаль происходящего, несмотря на то, что мы столкнулись с тем, с чем наш народ не сталкивался никогда, мы переживали великие трагедии, беды, геноцид, войны, но вот подобной ереси мы никогда не переживали. И то, с чем мы сейчас столкнулись, это реально очень печально. Печально наблюдать, что мы вот настолько народ наш пытаются загнать вот в такие рамки окончательно, чтобы он деградировал. Но есть во всем этом и позитив. Есть то, что очень щекочет мое сердце. Это именно то, что все присутствующие на этом мероприятии кадыровские чинуши, типа там всяких министров, председателей парламента, депутатов Госдумы и прочих людей, все они прекрасно понимают, что каждый взрослеющий кадыровский сын или дочь это тот человек, который займет их место. Каждый, вы же представляете, сколько их там, его детей, его племянников, родственников из фамилии Кадыровых, и не только фамилии, там, детей, сестры и прочих. И все они сегодня растут. И каждый, кто достигает совершеннолетия, этому человеку должны будут уступить свои места всякие Даудовы, Делимхановы, Алхановы, Таймасхановы и прочие. И они лучше меня знают, что их дети будут лизать детям Кадырова так же, как сегодня они лижут Кадырову. Меня очень радует, что вы это знаете. Вы это знаете лучше меня. И вот это вот осознавание вами вашего будущего, оно меня очень радует. Вы все стоите там, улыбаетесь, но в душе у вас затаилась печаль. Зависть и ненависть к тому, что там происходит. И вы это прекрасно понимаете. И от этого мне очень приятно. Мне очень приятно, что вы, вылизывая Кадырова, оказались в той ситуации, когда из поколения в поколение вы будете вылизывать их. Вы лижете Кадырова, ваши дети будут лизать его детям, ваши внуки будут лизать его внукам, пока вот этот режим, который у нас сегодня там установился, пока он будет существовать. Будет существовать ваше униженное положение. И хвала Аллаху за это, за то, что он унижает вас вашими же руками. Это меня очень радует. انتظريني يا قدس وانتظريني سأزيل سدودا